Уже известно, что в партере изменится рассадка зрителей. Поменяют 940 кресел. Они изготовлены по специальному заказу. Монтаж начнется на следующей неделе. На новом занавесе будет изображен фасад Зимнего театра. Кроме того, обновятся ламбрекены, портьеры, ложа. А вот старый занавес, который был создан в 70-х годах прошлого века, планируют передать в Музей истории города-курорта. Многие элементы, например, вышивки, созданы вручную. Использовался старый занавес и как декорация к некоторым спектаклям и концертным версиям музыкальных постановок. Зимний театр – это визитная карточка нашего города. Наша задача – сохранить его в максимально комфортном виде. Понятное дело, что это историческое наследие нашего города. Внутри должно быть комфортно, нужно работать над цветом, над звуком. Техническое оснащение сейчас тоже обсуждается. Запланирована установка нового звукового и осветительного оборудования. Оценить обновление в Зимнем театре зрители смогут в феврале во время юбилейного 15-го зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета. По уже сложившейся традиции, первой постановкой станет музыкальный спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам сказки Сент-Экзюпери в роли маленького принца Константин Хабенский. Далее в программе концерты, поэтические турниры, конкурсы молодых композиторов, круглые столы и мастер-классы. Всего больше полусотни мероприятий. Среди главных – концерты, посвященные творчеству Бетховена, органный марафон, вечер Эмира Кустурицы.